Заместитель главы района Антон Василишин встретился с фермерами и предпринимателями Фаталовского сельского поселения. Сезонная ярмарка – это хорошая поддержка предпринимательской деятельности, и поэтому главной темой разговора стали особенности сезонного бизнеса и требования Краевого департамента потребительской сферы к организации сезонной торговли. Что нас волнует? Значит, хаотичность размещения торговли. Значит, мы еще с вами, наверное, в 90-х годах находимся. Мы хотим, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь была законность, чтобы вы работали и к вам не было ни у кого претензий, зарабатывали деньги, платили налоги. Как бы ничего сверхъестественного мы не говорим, но требовать будем жестко. То, что требует от нас департамент, мы должны к этому подойти со всей серьезностью вопроса и хотим найти у вас взаимопонимание. На самом деле ничего сверхъестественного они не требуют. Все это мы прекрасно знаем с вами, все это мы видели, слышали, но вот пришло время привести все в соответствие. Когда на экране появились фотокадры сезонной торговли, сделанные этим летом, предприниматели практически единогласно пришли к выводу, что в таком виде торговля на территории поселения дальше осуществляться не может. Вот, пожалуйста, еще один объект, который разместился там вот между деревьями. Нет существующего съезда, нет благоустроенной территории, вид убогий. Следующий объект, та же самая история. Разве может быть так? Вот мы позорим свой район. Умея выращивать продукцию, лучшую продукцию, может быть, в крае, вот в таких условиях мы ее продаем. Необходимо создавать современные условия, обеспечивающие комфорт и предпринимателям, и покупателям. Места торговли должны быть оборудованы дорожными съездами, на территории должен быть туалет. Торговые площадки должны иметь единый бренд и отвечать всем современным требованиям. Безусловно, одно из главных требований – это обеспечение безопасности покупателей. Нам рекомендуют размещать торговые объекты компактно, чтобы это было не единичные объекты, а как минимум 5. При размещении этих объектов должны быть предусмотрена стоянка для автотранспортных средств, стоянка для мусорных баков, туалетов, вода. Все это должно быть оборудование, это торговое место. Размещая единичные объекты, хозяйствующий субъект не в состоянии выполнить все эти условия. Кроме всего этого, торговая площадка должна иметь твердое покрытие. Это определенные материальные затраты. Поэтому надо уже все равно делать это компактно, чтобы как бы было, чтобы вело для удешевления вашего торгового места. В итоге фанталовские предприниматели договорились встретиться с главой поселения Александром Шпика, чтобы определиться с местами проведения будущей сельскохозяйственной ярмарки. Поселок Кучугуры, входящий в фанталовское поселение, давно зарекомендовал себя как место тихого семейного отдыха. Он тоже должен измениться как курортная территория. Пляжи и места массового отдыха должны приобрести современный облик. Глава района Иван Василевский неоднократно подчеркивал, что курортная отрасль была и остается приоритетной для Темрюкского района. Интерес к Таманскому полуострову ежегодно растет. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы не потерять доверие наших постоянных гостей и порадовать тех, кто приехал к нам впервые.